Какие растения больше всего подходят для выращивания на торфяных почвах? Участок на торфянике – это не приговор для садовода, потому что существует огромное количество растений, прекрасно растущих на торфяных почвах. Это декоративные кустарники, малина, ежевика, крыжовник, войлочная вишня, барбарис, яблоня, шелковица, черная и красная смородина. Земля с большим процентом торфа в составе, рыхлая, но склонная к переувлажнению. Поэтому на торфяных почвах не очень хорошо чувствуют себя некоторые растения, плохо переносящие переизбыток влаги. Заказывайте услуги в нашей ландшафтной мастерской. Обращайтесь по любым вопросам. Будем вам рады. Ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.